Трейд одинаковый у двоих, типа, мы не поменяемся, мы типа у нас тоже самое останется. Она купила зелье большой головы. Мне кажется, это хороший трейд, я буду очень рада согласиться. Как за 4 дня можно построить дом? Я тоже хочу бассейн, у меня дома нет бассейна, кстати. Собака, она у меня, кстати, Макс называется. Ой, неоновая не обезьянка. А мне он что? Ему надо вот так писать, чтобы он видел так. Андрей! Вот, он очень милый. Она согласилась! Всем привет, ребята! Вы на канале Mario My God. И сегодня у меня видео, в котором я буду трейдиться с популярными лайкерами, которые играют в Roblox в Adopt Me. И, может быть, каких-нибудь новых питомцев я себе приобрету. И, взамен тоже буду лайкерам давать. И я попросила нескольких лайкеров, написала им в ЛС, и многие из них согласились. Некоторые не ответили, к сожалению. Но сейчас я буду заходить в Adopt, вы будете все видеть. Но перед тем, как я начну трейдить с лайкерами, обязательно подпишитесь на мой канал и лайкните это видео. Я иду смывать вот это, и я молюсь просто, чтобы это смылось. Радужное. Давайте попробуем. Так, один есть. Пожалуйста. Так, ребята, первый лайкер у нас будет Кристи Чарльз. Ой, что-то у меня тут ничего не улучшается. Сейчас мы пойдем к ней домой. Как я понимаю, у него классный. Ой, смотрите, у меня не прогрузилось, и у меня нет головы. А, вот все появилось. Все, сейчас я иду в дом Кристи Чарльз. О, нифига, смотрите, какой у нее дом гигантский. Она мне сказала то, что у нее только первый, второй этаж сделан. Вот, но у нее прям самый большой дом. Я сейчас к ней зайду, и я покажу, что у нее тут есть. Она мне разрешила зайти. Сейчас посмотрим. Ой, она тут танцует. Здравствуйте. Так. Ой, ну ее тут так красиво. Смотрите, тут деревья. Разные картинки. Смотрите, тут листочки, зебра. Так, тут есть еще диванчик. Давайте вот так вот сядем. Вот такие крутые. Она купила зелье большой головы. Я сейчас посмотрю, может быть, у меня тоже есть зелье. Я тоже могу его выпить. Она мне дала. Все, сейчас выпью. Вот, у нас тебе большие головы. Ой, смотри, тут Макс Мунлайт зашел. Сейчас мы идем дальше, смотрите, у нее тут бассейн. Так, смотрите, у нее такой стол, здесь вот вообще прекрасно. Дальше бассейн. Выходим с бассейна и идем на следующий этаж, потому что мне тоже интересно, что у них там еще есть. Я тоже хочу бассейн, у меня дома нет бассейна, кстати. О, вау, какая красивая комната. Прям такая кровать, она прям профессиональный строитель. Блин, очень круто. Тут такой столик, наверное, можно макияжик делать. Это что у нас? Ой. Ой. Тут еще вот маленькая комната. А, это для детей комната и для питомца. Смотрите, здесь вот есть еда, все такое. Потом тут тумбочка, кроватка маленькая, диванчик. Очень красивый дом, очень красивый, прям вообще. Ой, смотрите, здесь есть выход. Это, наверное, на балкон я так думаю. Ой, да, балкон, но что-то маленький балкон какой-то. Я же тут не вмещаюсь со своей большой головой. Так, заходим обратно. И она вроде сказала, что все, больше у нее этажи не сделаны. А, вот еще тут комнаты же есть другие. О, боже, тут ванна. Как красиво. Прям вообще рабочего характера. Так, ну а сейчас я ей буду кидать трейд. И я даже не знаю, что я могу ей поставить. Я хочу поставить ей, может быть, райд панду. Так, она мне дает пчелу, бизнес-обезьянку райд и еще пингвин. Вот. Я думаю, хороший трейд. А я поставила на него вот собаку. У меня есть, нет у него собака. Но я сейчас еще что-нибудь поставлю. Давайте вот такого райд ленивца. И все. Все, сейчас будем трейдиться. Я надеюсь, она согласится. Она согласилась! О, я, кстати, теперь могу сделать неоновый бизнес, вот эту обезьянку. Давайте сейчас мы достану и покажу, что она мне дала. Смотрите, это вот обезьянка. Она там такая рабочая. Потом пингвин. Пингвинчик, сейчас тоже на него сядем. Смотрите, как смешно. Так, и неоновая обезьянка. Ой, неоновая не обезьянка, а собака. Спасибо большое, Кристин, за то, что зашла. Сейчас я буду телепортироваться к Максу Мунлайту. Так, ребятки, у нас экспресс-пиар. Кстати, я не помню, что кто-то до меня делал такие большие слаймы. У него, по-моему,
дом. Сейчас пойдемте посмотрим его дом, потому что мне кажется, что у него обычный дом, потому что он вроде бы недавно начал играть в Adopt. Он 4 дня играет, и у него уже дом классный. Офигеть. А, ну здесь такой дом, который, знаете, он почти анит сделанный. Как за 4 дня можно построить дом? Я до конца достроила свой дом где-то, ну, за 10 дней. Так, ну вот здесь 2 этажа. Вау, как красиво. Кровать рабочего характера, вообще классно. Как красиво. Очень красиво, я считаю. Так, что еще у него есть? А, у него есть бассейн, но в бассейне он ничего не сделал почему-то. Так, и еще у него есть... Ничего себе, смотрите, здесь такая вот комнатка. Можно посидеть, выходишь. Здесь еще вот такой вот столик обеденный, наверное. И кухня. Ну, кухня маленькая, у меня больше кухня. Ладно, сейчас я телепортируюсь к нему. Сейчас я ему кину трейд. Титан еще где-то рядом ходит. Так, я сейчас посмотрю, что я ему могу предложить. И у него собака, она меня, кстати, Макс называет. Он дает мне новую пчелу. Я думаю, это трейд хороший, может быть, мне что-то еще добавить. Мне кажется, это хороший трейд, я буду очень рада согласиться, потому что неоновая пчела, Flyride, и неоновый Динго, собачка неоновая. И еще вот, я соглашаюсь. Он согласился! Ура! Сейчас я хочу туда спуститься вниз и показать, что он мне дал, показать вам. У меня, кстати, есть уже неоновая пчела, и, возможно, я сделаю мега-неоновую когда-нибудь. Вау! Смотрите, какая классная пчела. Он зеленым цветом светится. Аня написала Moonlight. Аня сейчас написала Moonlight. Ребята, Олечка, она меня отвечает, ну, то есть она сказала, что зайдет, но, может быть, не дождалась меня, или она уже занята, поэтому я дождалась Аскаридзе. Сейчас мы заходим к нему. Наконец-то. Мне ответил он. Ему надо вот так подписать, чтобы он ответил так. Ответ! Загадай любое число от 1 до 10. Я зашла, и сейчас я хочу показать дом Оскар. У него он такой же, как у меня, но он там ничего не сделал. Внутри у него страшные внутри дома. Сейчас я вот зайду и покажу. Вот он, скорее, стоит с подарком. Ну, не для меня. У него, кстати, обои с утками, смотрите. Ну, а так, дом какой-то странный, обои какие-то страшные. Так, сюда вот зайдем, комнаты у него вообще ужасные. Что это такое за... Какой-то подвал. Страшный дом. Это вот школьный туалет. Вот это вот, похоже, очень. Видите, раковины 5 штук, туалетов 5 штук тоже. Здесь какой-то страшный. Ладно, сейчас я к нему телепортируюсь и кину ему тупо трейд. Так, отлично. Мы можем быть, может быть, ему предложим... Может быть, неоново вот этого вот птичку? А мне он что? Он мне ничего. Нет. О, нет, он поставил собаку неоновую. Ой, ну это хорошо, давайте поставим еще палку. Потому что палка, я обожаю палку. Я соглашаюсь, и он поставил поезд зачем-то. Ладно, поставлю мотоцикл. Так уж и быть. Он убрал, ну нет, тогда я уберу тоже мотоцикл, ага. А, он тоже поставил мотоцикл. Ладно, у нас будет мотоцикл на мотоцикл. Все, ну соглашаюсь. Я им поставила тоже такую обезьянку игрушку. Да он опять поставил еще, блин. Все, хватит, согласись уже. Yes! Он согласился. Вот, видите, собачка, я ее сейчас в руки возьму. Вот, смотрите. Очень миленько. Так, сейчас, смотрите, мы сейчас кинем трейд Янки-бананки. А, и пойдемте посмотрим сначала ее дом. Я хочу Янкин-бананкин дом посмотреть. О, ну у меня тут хотя бы подушечка ускорится. Внутри у него страшный внутренний дом. Какие там внутри комнаты у него. Никак, надеюсь, ускорится. Вот сейчас она мне кидает трек, я пока отклоню, потому что хочу показать дом. А, ну у нее здесь пока не до конца, наверное, она обустроила все, да, потому что
О, смотрите, кухонька классная. Так, дальше что у нас тут? О, у нас вот такая вот комната, смотрите, тут можно так подняться. Ой, тут что-то не поднимается. И спать можно. Ну, это прикольно, да, прикольно сделано. Так, сейчас я... А, вот еще комната для пэдов, наверное. Все, сейчас я кидаю трейд. Я уже не знаю, честно, что предлагать. Надо поставлю джинджеры. Потому что нормально, я думаю. Зачем она мне палку поставила? Ой, нет, ну я так не соглашусь на такой трейд. Я тоже поставлю палку, барабан и вот эту собаку. Вот так вот. У нас трейд одинаковый у двоих, типа, мы не поменяемся, мы типа у нас тоже самое останется. Она соглашается, я тоже согласилась. Я сейчас вам, кстати, покажу барабан, мы можем играть. Еще песенки играть, я сейчас вам погромче делаю. Вот такие песенки я играю в этот момент. Дальше мы идем в дом Алины, это сестра Яны. Ну и Оскара тоже. Сейчас мы к ней зайдем домой, у нее дом как у Мунлайта. Вот. О, у нее тут дискотека. Ну, здесь вот можно сидеть, покушать. Смотрите, пончик, давайте возьмем пончик. И вот так вот. И у меня теперь клубничный пончик. Так, ну здесь вот есть вот кухонька тут разные. Ингредиенты, туалет. Ну тут ничего нет такого. Так, дальше у нас бассейн. Бассейн. Аскаридзу упал в бассейн. Go ahead, Dick. Oh, shit. Заходим в эту комнату. Ой, здесь у нее, ой, у нее это прям такое вот это вот. Ой, поднимаешься и тут... Ой, я застряла! Дальше здесь такая прыгалка. Она слишком высоко сделала, потому что тут не пройдешь. Ой. Ладно, все, уходим и идем в следующую комнату. О, вот здесь красиво, мне нравится. Вот здесь можно спать, но, блин, тоже опять слишком низко тут застреваю. Но это классная комната вообще рабочая. Так, сейчас я кидаю ей трейд. Стоп. Все, трейд кинула я ей. Так, я не знаю, что можно предложить, честно. Немного позже. Да, я думаю, это, в принципе, хороший трейд. Глинчик. Ай. Она положила мишку. Тогда вот так, панду на мишку. Панду на мишку, потому что я... У меня, кстати, есть такой мишка, только один. Он, кстати, старый, типа, его сейчас вообще нигде нет. Но я соглашаюсь. И она пока не соглашается. А, она согласилась! Я вам сейчас покажу мишку тоже. Достаем мишку. И, кстати, он еще райд. Вот, он очень милый. Классно. Вот так вот мы сегодня с лайкерами потрейдились. И если комментарий будет открыт, то напишите в комментариях, какой трейд вам больше всего понравился. И, кстати, если вы хотите, чтобы вы попали ко мне в друзья в Роблоксе, то я вас добавляю на моих трансляциях в лайки. Ссылочка на мой лайк в описании. За 200 лайков, либо за 1000 алмазиков. Поэтому заходите. По ссылке в описании на мои трансляции. Я вас всех жду. Ну, а я буду заканчивать. Олечка нам так и не ответила, к сожалению. Ну, может быть, еще в следующей части мы еще возьмем несколько лайкеров, тоже с ним потренимся. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайки, и тогда я, может быть, сниму вторую часть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!